Red Star. Руководите Татьяна Денисенко. Денисенко, прошу вас. Дальше у нас тоже финалист всеукраинского социального проекта. И это у нас дуэт Чернодуб Александра и Житлив Николай. Red Star. Танцевального проекта «Старт-талант 2016». Танцевальный коллектив «Апельсин», руководитель Анна Марченко. Поздравляю, поздравляю. Итак, лауреат социального проекта «Старт-талант 2016» Радченко Анна. Прошу прощения, Марченко Анна. Это все вот дипломы, это вам. Аплодисменты, бурные аплодисменты, нички, аплодируем. И следующий лауреат – это Житких Николай, клуб «Гармония», Red Star. Лауреат социального проекта «Старт-талант 2016» Никишина Марина, танцевальный коллектив Red Star, клуб «Гармония». Поздравляем тебя. Держи. Поаплодируй маленькому ребенку, чего мы сидим. Во! И следующий лауреат Чернобыль Диана, Red Star, «Гармония». Лауреат социального проекта «Старт-талант 2016» Положай Ярослава, танцевальный коллектив Red Star, клуб «Гармония». Поздравляю тебя, Любечка. И следующий лауреат Голубчика Маргарита, центр «Помощь Дебра». Лауреат социального проекта «Старт-талант 2016» Ромаченко Мария, танцевальный коллектив Red Star, клуб «Гармония». Поздравляем! Аплодируем ребенку! Что ж, а теперь на очереди финалист. Итак, финалистом становится Чернодуб Александра, Red Star, «Гармония». Финалист всеукраинского социального проекта «Крайняк Ариана», танцевальный коллектив «Радуга», руководитель Виктория Радченко. Поздравляем! Итак, финалист всеукраинского социального проекта «Халтурина Екатерина», «Радуга». Финалист всеукраинского социального проекта «Чернодуб Александра» и «Житких Николай», танцевальный коллектив «Red Star», клуб «Гармония».
Аплодисменты ваши! И еще один финалист. Самохвалова Виолетта. Red Star Гармония. Всеукраинского социального проекта Давиденко Ангелина, танцевальный коллектив «Радуга», руководитель Виктория Радченко. Поздравляю. Аплодируем. Что ж, а мы просим подойти руководителя коллектива танцевального коллектива «Апельсин» за дополнительными подарками своим деткам. А сейчас мы приглашаем всех участников нашего первого отделения на фотосессию на нашей сцене. Мы сделаем одну памятную фотографию.